Затем начинается обряд поклонения духу воды. Для этой процессии готовятся специальные священные лепешки из теста. Их готовят специально для кормления воды. Процессия занимает собой движение за женщины, которая несет специальное угощение для духа огня. К реке туда Вот такие вот дырочки делают. Вот он Наташа Барыгинкин, да? Хорошо. Thank you.
Хатыҥ яҡын. Ага. Мин билетсер. Хейра! 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 Хейра!